Психолог, это и простите, и отпустите, и поймите. Наверное, вы прочитали описание или увидели обложку. Да, я ухожу с YouTube-канала. Почему так? На самом деле, мне достал хейт. Хейтеры все время меня берут и унижают. Почти под каждым видео у меня есть комментарий «Кринж», «Зачем ты снимаешься? Уходи с канала». То есть, это, мне кажется, это ненормально. Во-вторых, у меня вообще нету актива под шот. Там не набирается даже 100 лайков. А если набирается, то очень редко. Еще меня бесит люди, которые крадут у меня идеи для видео. ОС, ник. Скорее всего, если я удалю, почти все украдут мой ник и мою ОС. Ну, я не знаю. Просто заметила, что многие крадут у популярных соцвыборов. Я, конечно, не считаю себя очень популярной, но я, если честно, то нормальная, популярная. Ладно, поймите, отпустите. Ладно, ребята, я шучу. Сегодня же 1 апреля, никому не верь. И поэтому я не забрасываю YouTube-канал. Напишите в комментариях, обрадовались ли вы, что я ушла. Ну, я на самом деле не уйду. И если вы поверили, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и напишите в комментариях об этом. Это видео уже подошло к концу, и я вам хочу сказать всем goodbye, ребят-котята!